мчится время, все вперед. Час, миг, век, год. Быстрый сказочный полет. Час, миг, век, год. На вертолетах и самолетах. Утки, у-у-у. Кто властитель тьмы бездонной утки? У-у-у. Тайных кладов миллионных утки. У-у-у. Эти истории не шутка. И вы представьте на минутку, что их выдумали утки-утки. У-у-у. Возникают привидения утки. У-у-у. В скалах прячутся злодеи утки. У-у-у. И кто так сочиняет, умеет утки. У-у-у. Утиные истории, друзья, всем привет, рад всех видеть на канале Андрей ТВ, зовут меня Андрей, и мы начинаем классику восьмибитную для сердца, конечно же. Это самый крутой нарисованный вручную ремейк одной из самых милых, повторюсь еще раз, сердцу для меня игры. Ну что же, начинаем, всем привет, друзья, из чатика. Ха-ха, начинаем. Так, посмотрим, что у нас есть в бонусах. Я первый раз эту играю игру, я ее, конечно, смотрел как-то в записи, тестировал. Надеюсь, со звуком все отлично. Серега, привет, Антонио, привет, всем привет, друзья, из чатика YouTube, Good Game, SK2 TV и Twitch. Так, пробежимся быстренько по настройкам. Как раньше были настройки? Одно разрешение, в принципе, больше у нас ничего, да? Погнали, новая игра. Играть мы будем на... Ну, легком как-то не очень бы хотелось, да? Давайте начнем на среднем уровне сложности. Cuss me, Hilt. Me money bin alarm. Quick, Duckworth, get the limo. I shall, get her in gear, sir. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDuck. Ugh, not the Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Так, ну что ж, друзья, начинаем. Я игру маленько тестировал. В общем, хотел переводить титры, ну, сам прочитывать, но потом думал, смысл вмешиваться в диснеевский голос, поэтому титры, если интересно, читайте. Погнали. Ох, как я давненько не играл подобный жанр игр, так сказать, полный классика. Так, здесь есть какие-нибудь секретики? О, есть. Так, монетки у нас с вами слева видим 3 жизни. 3 сердечка. 18 тысяч уже собрали. У-у-у, прикольно. Дядя Скрудж, я здесь. Хьюи, ты all right, my boy? Yeah, but you better watch out. The Beagle Boys mess with your security system. Yeah, we've taken over the whole place. Yeah, me money. Hey, don't forget about me, Uncle Scrooge. Eh? Oh, don't worry, lad, I'll save you. Ага, дядя Скрудж думает все о деньгах. Ну что ж, учимся игре. Во время прыжка удерживайте X или B, чтобы выполнить прыжок на тросе. Так, куда я пройти, понятное дело, не могу, да? Да, не могу. Так, разбиваем эти штуки. Опа! У-ху! Прикольненько. Now that's what I call a stomachache. You were hit on the head, you moronic marauder. Thanks, Uncle Scrooge. You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? Well, we saw the Beagle Boys going into the money bin. We? Sure. Louie and Dewey are here too. You better hurry, Uncle Scrooge. They might be in trouble. Они могут быть в беде. Ну что ж, надо Вилли этого спасти, да, чувачка? Так, пойдемте. Так, ищем, где секретно у нас тут монетки. Если кто-то знает в игре, за что можно потом покупать на эти вещи, скорее всего, какие-то бонусы там были в игре. Ох, как я давненько подобно не играл. Последний раз, может быть, даже на Денди. Так, используйте прыжок на трости, чтобы побеждать врагов. Так. Есть. Какая приятная графика. Как у нас, друзья, на стриме со звуком? Все ли хорошо?
Опа, сундучки. Так, используйте прыжок на тросике, ну понятно. Так, а мой... Тихо. Опа. Тихо. 62 тысячи уже баксов, смотрите, собрал. Неплохо. Так, может тут монетки где-то секретные есть. Все нормально, да, Серега? Ага, спасибо. Так, ладно, забираемся. Так, обычно бывало, я помню, прыгаешь. Да, и появляются всякие вещи. Ух ты! Мороженое нам прибавило жизнь. Так, еще один ящичек. Так, ух ты, уже 172 тысячи нашли. Неплохо. Так. Так, стоп. Монетки, наверное, могут исчезать, да? Юпи! Опа. Ах, наверху там. Отлично. Андрей, привет, интересный выбор в игре. Привет, Мэврик, спасибо большое. Я тут не просто сам смотрел стримы и мой, так сказать, кого я смотрю, наблюдаю. Он поиграл с Дукталис, мне понравилось, поэтому я решил себя также на канале провести стрим по этой игре. Так, подойдите к предмету, удержите вперед, затем нажмите X или B, чтобы выполнить удар в тросе. Ну, так, ясно. Так, продолжаем искать монетки. Кто-нибудь играл, проходил эту игру? Я так понимаю, это полностью у нас ремастер, да? Все уровни из оригинальной игры. Но я не помню, правда. Парень, конечно же, играл на Денди. Вот, это-то у меня игрушка в Стиме куплена. Get away from him, you gluttonous goon! Sorry, Scroogey. Not a chance. Прости, Скрудж, без шансов. Так, нам нужно что-то сделать, да? Ага, надо как-то приманить, походу. О, на, держи бутербродик. Ах ты, подзараза. Ху-ху. Отлично. You saved me, Uncle Scrooge. I did. I had fun. Now, I'm fine. But I saw Louie heading up the stairs with about 1,000 Beagle Boys right behind him. Stay here. I'll handle this. Да, конечно, разберемся. Так, погнали. Так, используйте удар тростью, чтобы метнуть круглые камни. Ага, отлично. Начинаю маленько припоминать. Так, а монетки сами по себе как-то здесь валятся, да? Ой-ой-ой, тихо. Юпи! Ой-ой-ой. Не умереть бы в самом начале, да? Надя, держи. Ух ты. 330 тысяч уже собрали, обалдеть. Так, может быть где-то секретики. А есть в игре какая-нибудь карта? Ну-ка, давайте посмотрим. А, нет, да, карта, смотрите, есть. Так, прыжок на трости, что-то там. NES можно включить, выключить. Ладно, вибрация включена. Ну все, погнали дальше. Карта есть в игре. Обычно помню, вот так вот на Дэнди было спрыгиваешь и находишь всякие интересные штучки. Так, ну-ка, может здесь? Да, есть. Отлично, красненький алмазик. Ну-ка, с этой стороны. Да, есть. 442 тысячи долларов. Неплохо. Так, самый максимальный. Тихо. Сундучки надо забрать. Опа, сердечко взяли. А что дает сердечко? Пока я их беру, наверное, максималит нам жизни, да? Вот туда наверх можно забраться, интересно? Ну-ка. О, мороженое. Еще одно сердечко. Не, наверное, нельзя. Так, аккуратней. Так, ага. О, это что такое? А, это, походу, бесконечно можно убивать. Ладно, торопиться не будем. Будем собирать монетки. Так, вот здесь надо аккуратней. Так, раз, два, три. Ага. Ё-моё!
Нифига себе! Ох ты! Заодно цепляние сразу сердечко у меня то и отняли. Hold on, lad. I'll have you free in a jiffy. Not so fast, my captain. We're running things around here now. Cuss me, kilt. One false move and I'm a roast duck. Leave me, Uncle Scrooge. It's not worth it. Nonsense, my boy. Это того не стоит, да, так? Ой! Тихо. Надо здесь аккуратнее, короче, быть. When I get the gold, I'm gonna buy Ma a new hat. Так, а что у нас дает эта кнопка? Пока ничего, наверное, на эту надо нажать. Ага. Так, тут по ходу дела на скорость. Ой-ой-ой, чуть не напоролся. Так, ладно, аккуратненько подождем. Опа! На, держи! Прикольно. Нам это ничего не даст, но если они доберутся, да? Так, миллион накопим, да, уже скоро. Так и накопим с такими успехами. На, держи. Так. Тут, походу, где-то секретик какой-нибудь есть. Так, тут, походу, мне кажется, надо сделать так. Вот эту штучку вынести. А, вниз нельзя прыгать. Ах ты. Зараза. Ну ладно. Ух ты, тортик. А, тортик прибавляет максимальное количество жизни. Прикольно. Step away from me, fortune, you crook. Not this time, McDuck. Oh, you ain't getting the drop on this bagel boy. Так. Это у нас, походу, босс, да? Так, на... А, принцип ясен. На, держи. Так, тихо. Ага, ну прикольно сделали, прикольно. Да ладно. На, держи. Да ё-моё, да блин, а, убил. Ладно, еще раз. А как? Я же прыгнул наверх, блин. Да, не так-то просто, как хотелось бы. Так. На, где по твоей башке. Так. Короче, аккуратнее надо. Все это дело. Так, третий раз. На, держи. А, не, еще не все. Блин, а. Резкий тип. Резкий. Так, последнее сердечко. Есть. Сохранение игры. Отлично. О, жгим поспотел. Увидимся. Привет, как дела? Дела отлично, как сам. Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure, but I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads. Brigadoon! What is it, Uncle Scrooge? It's a treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look! One of the treasures is in the middle of the Amazon. And there's another one in Transylvania. And one buried 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something's screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on Earth that's that high.
Well, according to the Junior Woodchuck's guidebook, to get there we'd have to take about 537 million steps straight up till we reach the moon. You mean the moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself. Так, ну что же, прикольно, да? Ах, Амазонка, Трансильвания, Африканские копии, Гималай и Луна. Эх, 5 миссий, в общем, таких главных, да, из первой части Дэнди. Так, ну ладно, так, секундочку, прежде чем мы продолжим, давайте посмотрим, что у нас, ознакомимся, вообще здесь есть. Это что у нас такое? Так, это у нас бонусы всякие, можно открывать музыку, арты всякие, наброски, персонажи. А, ну ясно. Да нифига себе, как дорого. Вот такой вот у меня открыт акт. Виталист ремастер. Ох, хоть картиночки делай. Так, ладненько, хорошо. Попозже с этим поиграемся, посмотрим. Что у нас еще здесь присутствует интересного? Так. О, знаменитая сокровищница. Потрясающе. Да, друзья, это круто. Это просто круто. Ништяк. Один экзамен остался. Ну что ж, поздравляю. Отлично попрыгать в такой теме. Да, красота. Ну, ладненько, будем продолжать. А просто можно спрыгнуть? Не, он сам так прыгает, понятно. Только в одну местность. Круто, да? Сделано четко, ладно, входим. Наверное, эта сокровищница будет со временем копиться. Но это мои догадки, конечно, хотя маловероятно. Так, ну что, будем начинать, друзья. Всех рад видеть на YouTube, GoodGamers.TV и Twitch. Всем привет. Стрим будем продолжать для тех, кто смотрит записи, посмотрим. Всем спасибо громаднейшее за просмотр. Не забывайте про группу OnStreetTV. В общем, классный, вообще нарисованный вручную ремейк. Офигеннейший, 8-битный. Ну, то есть, я рад. Ох ты, смотрите, как с крушей меч еще делать. Потрясающая графика. Ну что, ставьте ваши лайки, не забывайте, оставайтесь на канале. С вами был Андрей, скоро с вами увидимся. Всем до встречи, друзья. Пока-пока.